Всем привет! Вы на канале Workout. Меня зовут Женя. А меня Анатолий. И это наша воскресная рубрика «Фитнес-лаборатория». А сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы снимаем смузи-челлендж. Мы взяли 10 продуктов, 5 классических ингредиентов для смузи и 5 ингредиентов, которые мы с Женей никогда не пробовали добавлять в коктейли. Сейчас по очереди мы будем тянуть бумажки и опускать в чашу продукт, который мы вытянули. Начнем? И я, Женечка, предоставлю тебе возможность первой сделать этот прекрасный выбор. Очень галантно. И мне выпал творог или творог, неважно, но я в любом случае очень люблю творог. И еще если попадет банан и шоколад. Ну что, Анатолий, твоя очередь. Да, я, пожалуй, вытяну. Или что я вытяну? Ну, скажи. Острый соус табаско. Боже мой, я чувствую, сегодня мне повезет вечером. Что это произошло? Ну да, это мед. Как мед? Табаско я смилостивилась и положила всего лишь маленькую ложечку. Вот эта вот ложечка. Вот эта вот ложечка, поверь, тебе хватит. Мне ее выкидывают. Да, выкидывай. Боже мой. Мне кажется, это отличное начало для смузи. Очень жаркий смузи. Мне кажется, у меня будет настоящий мужской смузи. Банан, пожалуйста, банан. Шоколад. Тоже не так уж и плохо. Мне кажется, что у меня будет все самое вкусное здесь. О, мед. Ты же его так хотел. Да, не зря я первый раз за ним потянулся. Мед и табаско. Интересное сочетание. Я думаю, он скрасит. Мне кажется, ты откроешь новый какой-нибудь соус. Вкусно тебе? Да, хоть чуть-чуть порадуешь. Порадуйся. Я сейчас вытяну банан. Банан. Мне нужен банан. Блин, сельдерей. Знаешь, сельдерей с творогом не так уж и плохо. Ну, знаешь, сельдерей зато улучшает пищеварение, вообще продукт с отрицательной калорийностью, поэтому он как раз скрасит калории моего шоколада. Давай, Толик, вытяни свеклу, пожалуйста. Знаешь, я бы сам хотел вытянуть свеклу, а потом еще и сельдерей, но ты у меня его уже забрал. Вода! Вода! Слава тебе, Господи! Молочко. Отлично. Знаешь, я даже рад, что у тебя получается такой гармоничный коктейль. Ну да, я как раз сегодня утром не успела ничего такого вкусного выпить. Правда, интересное сочетание сельдерея с шоколадом, но мало ли. Вкусно. Калории, белки, да, клетчатка. Все, что белок. Необходимо тебе для хорошего заряда энергии. Хорошее настроение. Эндорфины. Давай. Ну, что ты мне предложишь? Фу. Свекла. Свекла? Что может быть лучше свеклы? Салаты из свеклы улучшают пищеварение, а мы сегодня сделаем коктейль из свеклы и узнаем, насколько он будет эффективен в моем случае. Расскажешь потом, позвонишь. Я думаю, что вообще свекла очень реально полезна. Мы недооцениваем. И очень много витамина В. Но я бы ее не хотела. Итак, у нас осталось 2 ингредиента. Твоя очередь тянуть. Я предлагаю тебе другой способ разыграть эти 2 ингредиента. Давай сыграем на пальцах. И если я выиграю, то я выберу то, что мне нравится. Я подозреваю, что тебе нравится банан. Ну, давай. Поехали. Итак, закрой глаза. Базилик, банан. Закрывай. Я сделал свой выбор. Судя по ингредиентам, у меня сегодня день детокса. А я тогда отправлюсь на тренировку.
Хорошо, а на счет три? Давай. Раз, два, три. Толя, как ощущения? Вкусно. Вкусно? Вкусно, не поверишь, реально вкусно. Но немножечко остро. Островато. Но у меня обычный коктейль, сельдерей вообще почти не чувствуется. Вот обнимемся. Давай, рискну. Давай я придумываю название твоему коктейлю, а ты придумываешь название моему коктейлю. Давай. Я бы твой коктейль назвал «Скрытый сельдерей». А я бы твой назвала «Сахарная свекла». А варианты ваших названий оставляйте в комментариях. Если вам понравился формат видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была фитнес-лаборатория «Воркаут». Увидимся в следующее воскресенье. Пока!